Наши любимые друзья, это мы со своим чемпионом-ветераном. Полюбуйтесь, посмотрите на нашего альфа-самца, как он с легкостью, грацией выполняет все, что здесь есть. Быстренько собираем, получаем удовольствие. А, это яблочко, бери помидор, ой, огурчик вон. Че, яблочко нет, не хочешь? Ну, забирай. Ближе подойди. Че ты тянешься? Зачем тянуться? Когда можно взять спокойно и лопать. Вот и все, и никаких проблем. Приглядываться там, присматриваться, как Маруська, да? Классный ты. Гошка, я тебя там вон постелил, если что, захочешь, там ляжешь, полежишь. Там очень тоже хорошо. И я, если что, с тобой залезу, там же буду лежать спать. Понял? И такое лицо довольное, счастливое. Друзья, не рискую я, по отдельности гуляем с Гошкой, по отдельности гуляем с Маруськой. Вот, потому что Гошка в ее сторону рычит, но он же самец. Вот, и я не хочу просто стычек никаких. Это нам не нужно. Надо нам, чтобы Гошка чувствовал себя прекрасно, в расположении духа был хорошим. Вот. Поэтому вот так пока. Опа, уронил огурец. Куда ты? Давай, давай, тренируйся, тренируйся, лазь, мой хороший. Все проверяю, все, мой сладкий. Умный. Какой он молодец. Нам занятия нельзя прекращать ни на один день, друзья. Мы каждый день с Гошей будем лазить, будем заниматься, чтобы кровь наша гуляла, как говорится. Чтобы Гошка был в тонусе все время. Ну, как ты будешь эту бутылку, я не знаю, как. Ага, не так и не сяк. Сейчас табуретку поставлю. Вон Гошанька табуреточку подставил. Вот так мы можем. Да. Там, Гошка, вино у тебя уже. Виноград. Уже там же виноград и гранаты. Ну, я думаю, что за 3 дня там уже вино должно получиться. Ну, нормально, как раз вечером пару виноградин скушал и на боковую. Ну и, друзья, конечно же, специально для вас и только для вас прокат на автомобиле. Смертельный номер Гошин, как говорится. Машинку мы чувствуем. Машинку мы знаем, никаких проблем у нас с ней не возникает. Да, Гошунчик мой? О, приехали. Это шарик, он несъедобный, зай. Все, что съедобное, надо залазить наверх, ты ж в курсе. Поэтому делай. Яблочко можешь полезть забрать. Лезь за яблочком, что ты его оставил? Яблочко сладенькое и мягенькое. Я вот скушал одно, мне очень понравилось. Так что забирай яблоко. Вот так вот. Вот такая красота. С ниточки оторви его, зайчик. Достать достал, есть не стал. Ну, потом возьмет. У него тут владения свои. У него тут свой мир у Гошки. Он сам разберется. Вот я хочу, друзья, чтобы Маруська поприсутствовала, посмотрела, как Гоша может, как он делает. И она, скорее всего, тоже начнет лазить там. Давай, а он за вкусняшками 100% лезет.
Давай, разминай, разминай косточки, мой сладкий зайчик. О! Гошкин. Они уже забродили, эти ягодки, наверное, или нет? А, ну как же, конечно, одну нельзя оставлять, надо съесть, да. Собаки гавкают, он тут же реагирует, подхрюкивает. Кто там, Гоша? Кто там? О, наш зайчик наелся, налазился и под телевизор. Под свой любимый. Так у него все классно и по порядку. Не спеша, уверенно, без суеты происходит у Гошки. Сказано возраст. Да, подтвердил мой хороший. Сказано возраст, да, зайка? Че суетиться, че зазря. Все надо делать уверенно. Но я не вижу никакого испуга в его глазах, друзья, что Маруся там приехала. Он, наоборот, в ее сторону порыкивает, поэтому я думаю, что он сможет на данный момент стать доминантом, но не будем, как говорится, испытывать. Нам здоровье Гошки важно, поэтому не будем эксперименты проводить. Пусть лучше по отдельности. Но он в ее сторону... Как бы прыгает так, знаете, но вот там же перегородка. Ну, то есть он вообще не боится. Он себя ведет, как настоящий самец. Просто вопрос в том, что будет ли Маруся обратку ему давать, вот это неизвестно. Поэтому, да, не будем экспериментировать, Гош. Ты что там, пультами заинтересовался? Первый раз в жизни. Такой ты интересный. Сейчас пойдем на кухню. Побродишь, поколобродишь, как ты любишь. Да. На окошке посидишь. Ты у нас в Шкоду никакую не залезешь. А хочешь, здесь телевизор посмотришь, а папа пойдет делами, пока позанимается. Если что, наверх на мешочек залезешь, поспишь. Маруська в вольере, тебя не тревожит, так что не переживай. Все будет хорошо. Папа, главное, с тобой, Гошанька мой. Мы будем только с тобой гулять вместе, моя сладенькая рыбка. Ну нет, он вообще не волнуется. Все как было, так и есть. Друзья мои, будем заканчивать наше видео. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго, хорошего, позитивного. Оставляйте след своей жизни. Пусть ваша жизнь будет наполнена красками и чудесными моментами. Люблю и обнимаю вас. Здоровья вам. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.